Доброе утро, друзья! Мы на даче в Санта-Крус, и наше утро начинается вот с такого небольшого променада по нашей самодельной такой гальке. Это не берег океана, это наш участок, такой почти, почти приусадебный. Это не гравий, это именно галька, это гладкие камушки. Но это очень... Ой, что-то такое страшное. Стой. Ну, очень страшно. Это для байкеров. Это майка байкерская. Байкерская майка. Вот, это самая галька. Хороший массаж для стопы. Очень больно по ней ходить. Я поэтому в носках хожу. Да, в носках еще ничего, а уж босиком она еще прилипает к ногам. Очень босиком тяжелее. Босиком тяжело, но вот мешаны ноги, вот они тут ходят. Часто, друзья, спрашивают, вот ночью вел я трансляцию, и там говорят, а что вы кушаете? Говорят, если можно сказать. Я подумал, а что говорить? Покажем. Правда, мы все время, кстати, показываем, Света готовит, там, или там гости приходят, готовят, мы показываем, но а тут вот такая вещь к ответу на вопрос, а что мы, собственно, кушаем? Ну, так вот, сейчас покажем. Наливаются лимончики. Смотрите, какие красавцы, уже так довольно большие получаются, но не желтеют. Это и неплохо. Сначала пусть дожелтеют те, что не выли, а потом уже и за эти примемся. О, красавчики. Вы спросите, что это за рыба? Я вам скажу, это форель. Она продается так. Свет. По нашему траут. Траут. Значит, это сырая рыба, Света? Нет, это не сырая рыба, это копченая рыба. Это уже копченая рыба. Да. Так, ну расскажи про нее что-то. Копченая рыба. Вот я сейчас осваиваю уже давно, на самом деле, технику копчения. Так. Давным-давно почитала все на интернете. И там пишут, что, ну, мы все в Фаренгейтах считаем. Да. Никуда не денешься. Они пишут, что нужно коптить при температуре 160 градусов Фаренгейта. Фаренгейта. Это все ерунда. Так. Потому что при 160 ничего не коптится. Так. Вот. А нужно коптить, опыт показывает, да. 250. Фаренгейта. Да. Ну, хорошо. И вот это уже закоптилось. Это уже закоптилось. Причем, получается, там они пишут, что коптить ее нужно очень долго, да, чтобы этот смог в нее проник. Так, зайчик, может быть, это же имелось в виду, что если при 160, то будет долго? Ну, правильно. А получается, она же небольшая. То есть, конечно, чем толще рыба, тем ее нужно дольше коптить. Я, например, на той неделе коптила осетрину. Да. Вот. И у меня заняло это, наверное, я думаю, так, сейчас каждая сторона минут по 20, где-то 50 минут. Да. Да? А вот эта маленькая рыбка, это буквально по 15 минут на сторону. Мне это напоминает переделанную советскую песню, знаете, там, а что я ем? Простую осетрину. Парную осетрину. Простую русскую еду. Ее ловлю в своем пруду. Ну, да, друзья, мы этого в своем пруду не ловили. Нет, мы ловили это в Костко. В Костко, в магазине, вот. Так. А это вот она не чищенная, а вот она уже почищенная. Так, это та же без самая рыбка. Без косточек и без шкурки. То есть у нас еще есть резерв командования. Да. Слева, в виде трех рыбок. Вот, а это уже почищенная, без косточек и без шкурок. Так, подожди, так может быть надо ее как-то попробовать? А, ну, вот сейчас я попробую. Давай я тебе сейчас камеру дам и буду пробовать. Друзья, я ем рыбку, просто чтобы вам показать... Какая она на вкус. Какая она на вкус, это издевательство. Нет, сделать более... Скажи, она и прокоптилась, и вот именно она... Она абсолютно копченая, да. Она абсолютно прокоптилась. А что там коптить? Она тоненькая, тонюсенькая рыбка, тонюсенькая. Она тонюсенькая, но дело в том, что они пишут, что вот, надо коптить долго там. Ты, алло, все не съедай. Нет. А то так пробуешь, и все, потом уже как, нечего. Да, не запасали. Да. Все, друзья, спасибо. Значит, знаете точно, есть у вас свой пруд с осетриной или нету, значит, коптим при 350 градусов. 250. 250, а не 160. Да. Все, никого не слушайте, доверьтесь, я вот попробовал, очень вкусно. Так, Света, ты показал ей, не сказал ей ничего? Это смесь квашеной капусты с квашеным фенхелем. То есть квасится вот отдельно или квасится в одной посуде? А ты знаешь, что я сделала трик, поскольку неохота было морочиться с капустой. Я капусту так квашеную купила в магазине, а фенхель заквасила сама. О. И смешала. Но дело в рассоле.
То есть, когда я их смешала в рассоле готовую капусту с маринованным этим нашим заквашенным фенхелем, ты увидишь сейчас вкус другой совершенно. Вкус, наверное, но я все-таки предполагаю, что квашеная капуста, которую ты купила, или соленая была просто, да? Она... Которую ты купила в магазине. Вот попробуй сейчас. Она все-таки была солененькая. Ну вот попробуй сейчас. Сейчас она не соленая, она совершенно другого вкуса. Пробую, друзья, пробую. Значит, фенхель, квашеный фенхель и капуста. И капуста. Вон наш как хрустит. Хрумтит? А, да, а скажи другой вкус совсем. Эликсир. Ну. Сплошные пробиотики. Это вот для похмела хорошо. Ты понимаешь, мы я так вот едим без всякого похмела. Убиваем продукт. А. Да. Ну, знаете что, я? Хорошо. Я. Так, между делом. Неплохо. Спасибо. Так, пойдем, давай приступим уже, а то мы так сейчас наснимаемся, что я уже драйв потеряю. Да.